вакцины входят в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. То есть вакцинация календарная, плановая, как мы говорим, она проводится у нас в Казахстане бесплатно. И в соответствии с национальным календарем прививок мы прививаем ежегодно от 21 инфекции. Наш календарь сделан на основе наиболее современных национальных календарей. Я могу сказать, привести это в первую очередь наиболее развитые страны ОЭСР, такие как Австрия, Израиль, Бельгия, Германия, Турция, Япония. Вот, в принципе, наш календарь очень похож на национальные календари по вакцинации данных стран.